Всем привет! Сегодняшнее видео хотелось бы сделать о своих новых экспериментах, но не про этот бокс. Этот бокс у меня используется только для того, чтобы хранить здесь бактериологическое оружие. А именно вот эти вот маленькие баночки, в которых у меня у меня здесь плесень. Сильно разрослась. Очень ее тут много, буквально за 3 дня. Там весь субстрат уже заполонило там. Очень много. Для чего я ее вырастил? Вырастил я ее для того, чтобы испытать свою систему озонирования и работы, скажем так, в газовой среде. Вот в этом вот перчаточном главбоксе. Для того, чтобы потом работать с мицелием. Я здесь установил барьерный озонатор. Вот он у меня здесь стоит. То есть он работает, выделяет озон. Вот, и мы здесь спокойно работать можем с мицелием. Вот, собственно, об этом и хотел сделать видеоролик. Теперь поподробнее. Подробнее у меня тут о моих проблемах, можно сказать. Вроде хотелось все сделать попроще, получше, а попроще, получше не получилось. Начать даже вот с этого ящика, с самого корпуса. Он оказался кривым, пришлось к нему раму металлическую делать, запенивать. Хотели приварить сначала, потом оказалось, что и металл-то варить невозможно, он плавится тут же, тонким электродом не берет его, бесполезно прожигает сразу. Пришлось вот заклепать. Ну ничего, вроде так держится. Вот. Но потом, когда мы все это собрали, оказалось, что и стекло кривое. Вот. Поэтому придется еще здесь какие-то зажимы делать. Ну, вернее, мы их уже сделали, но я просто не стал сейчас показывать. Оно и без того все понятно. Потом положу сюда нормальное стекло, это уберу. И будет все хорошо. Озонатор тоже придется переделать, потому что, к сожалению, я вот его только что испытывал, хотел про него видео снять, а он у меня что сделал? Барьер между электродами состоит из стекла, и вот он у меня, температура раскололась. Видимо, мощность слишком большая. Здесь используется преобразователь. Неоновой лампочки, тут 50 ватт где-то мощность, но написано 50, по-моему, если мне память не изменяет. Сейчас вот, может, видно будет. Снимаю на фотоаппарат, поэтому сфокусировка здесь не очень. Вот 300 миллиампер, если умножить на 7500 вольт, 30 на 7,5, мы получим выходную мощность. Ну, и, мне кажется, она не соответствует заявленной, потому что разряд здесь очень большой, с большого расстояния происходит. Там, если 1 миллиметр, то есть 3 киловольта на 1 миллиметр воздуха пробой, то тут пробой начинается уже где-то, наверное, миллиметров с 15, уверенно загорается. Так что вот, эксперимент немножечко у меня откладывается. Хотел сделать систему с озоном. Но пока буду с химией работать. С хлором, со спиртом. У меня тут младший научный сотрудник спит, как всегда. Кисть-подъем. Нет, спит. Все, в отпуске. Вот у меня из средства против
обдирание от кошек. Здесь у меня спирт будет. То есть примерно в такую же залью, наверное, хлорку. Чтобы можно было сам бокс изнутри обрызгать, а потом в спирте уже работать с какими-то там более дорогими вещами. Хлорка, она для чистки помещения, грубо говоря, там внутреннего. А остальное там уже реактивы будут в такие баночки разлиты. Так что вот на данном этапе все вот так примерно выглядит. Следующее видео я уже постараюсь сделать с исправлениями вот этого озонатора несчастного. Хотя он работал хорошо, мощно. Газом все очень быстро заполняло. То есть дышать невозможно, если ты чуть приоткрываешь, потом лучше бежать отсюда. Вот, хотел как раз попробовать, насколько быстро плесень умрет. Если все получится, то можно будет систему это использовать для стерилизации, для сухой стерилизации субстратов. Потому что озон, он тяжелый газ, в воде хорошо растворяется. То есть можно сделать озоновую воду и сено замачивать прям так. Ну, не варить его. Вот, или на сухую, то есть убивать все бактерии, а потом уже заполнять его в пакеты, используя озонированную воду. То есть оно будет абсолютно стерильно все. А потом через некоторое время можно либо шприцем жидким, мицелием инокулировать уже сам субстрат. И я так думаю, что на это можно сэкономить. А раз сэкономить можно, то соответственно и заработать. Ну вот так вот. На сегодня, наверное, все. Всем пока. До скорого. Скоро сниму еще видео. У меня есть о чем снимать. Вот сейчас вот холодильник доделал, переделал в инкубатор для мицелия. Наверное, чуть попозже сниму и про него. Ну все, всем пока.